Ребята, всем привет, привет, привет! Наконец-то получила я свой заказ на Васильке. Посылочку мы с девчонками сделали общий заказ, чтобы доставку раскинуть на всех. Вот нас трое заказали, и доставка нам обошлась 600 рублей, по 200 рублей, грубо говоря, на каждого. Сейчас я вам покажу, что я заказала. Вещи девчонок, которые со мной заказали, я так вот могу показать, просто кучками. Открывать не буду, доставать не буду, просто покажу то, что купила я, заказала. Ну что, приступим? Так, ну сейчас я вам покажу в общем, что я заказала нашим деткам. Себе заказала в этот раз. Ну, короче, всем тут, и папе, и Ване, и всем. Так, начнем с костюмчиков. Заказала Артему на 7 лет вот такой вот костюм. Костюм маечкой. Очень классный. Примерочка будет. Я вам все это покажу чуть дальше. Вот. Один такой костюм. И второй костюм вот такой вот. Очень хороший. Мне понравился. Цвет вообще шикарный. Камера сильно цвет не передает, но такой вот бирюза красивый. Потом, что у нас дальше идет? У нас идет футболка Илюши. Ну, Илюши я, в принципе, сильно не заказывала, потому что у него много-много всего осталось от Артема, от Тимурчика. Но это я заказала Поли Робокар, так как он смотрит такой мультик. Думаю, куплю ему такую футболочку. Взяла. Дальше у нас шорты Артему на 7 лет. Написано 7 лет. Ну, такие, знаете, как бриджи. Я думала, они будут чуть поменьше, но мне нравится. И качество хорошее, плотное такое. И под них я заказала тоже футболочку. Ну, немножко, знаете, великоватое, но сильно оно не видно, что оно великовато. На следующий год еще останется, потому что качество хорошее, оно не выстирается. Вот она футболочка, которую я заказала под эти шортики. Вот такая вот нежно-голубая футболка с надписями. Вот, под вот эти вот шортики. Так, и футболку еще заказала Артему. Мы вперед тоже заказывали в первом заказе такую футболку, но мы ее подарили племяннику моему на день рождения, эту футболку. Мы с Артемом договорились. Я говорю: Темочка, давай подарим Богданчику, а я тебе в следующий раз куплю ее, закажу. И вот я свое обещание сдержала. Вот такой вот динозавр на всю футболку. Потом дальше, что я еще заказала? Заказала одну салфеточку на пробу посмотреть качество в школу. Артему в школу ложить в портфельчик вот такую вот салфеточку. Там ручки вытереть, когда они там моют руки перед едой, после еды. Ну и вообще, чтобы салфетка была в портфеле. Вот. Размер мне нравится, хороший. Заказала. В следующий раз, наверное, еще парочку возьму таких салфеток. Дальше взяла еще одну футболку Вани. Такая вот чистая, чисто голубая футболка, светло-голубой цвет. Взяла 46-й, надо было, наверное, 44-й, но не знаю. Ваня померяет, посмотрим. Тоже однотонная, хорошая футболочка. Если на Ваню будет большая, значит, померяем на мужа. Но у мужа 52-й размер, вряд ли она на него налезет. Так, дальше взяла себе костюм. Себе и Насте два одинаковых костюма мы взяли. Вот такие вот шортики. Домашние костюмы. И вот такая вот футболка. Это мой костюм, мой размер. Размер 50-й. У меня 50-й размер. Вообще 48-50 я, ну, 50 беру, чтобы уже точно не маленькая была. И Насте я взяла 46-й. У Насти 44-46. Но она сказала: мам, возьми, чтобы было посвободней. Тоже такой вот 46-й размер. Тоже такой же костюмчик. Шортики и футболочка. Шортики с карманами. С такими хорошими. Так что будем в одинаковом ходить. Так, дальше у нас носочки. Заказала нашим мужчинам носочки. Ване заказала вот с такими надписями. Вот эти надписи, вот сейчас вот это вот стрелки, вот эти, такие модные.
У нас и футболка у Вани такая есть. И взяла вот Ване вот такие футболки. Вот тут их раз, два, три, четыре, пять. В упаковке было пять пар вот разного цвета. Вот темно-синие, черные, белые, серые. Ну, темно-серые и светло-серые. Красивые носочки. Папе заказала тоже короткие вот такие вот носки. Хорошие. Тут 6 пар было в упаковке. Вот такие вот 6 пар. Носки — это всегда нужная вещь. И сейчас самое главное покажу, что мы уже распаковали, смотрели, что понравилось Артему, но он давно хотел такое постельное. Вот. Бязь без молнии. Ну, хотела с молнией взять, но оно дороже идет. Думаю, ну, заради молнии переплачивать, ну, не буду я. И единственное, мне не нравится, что здесь наволочки 70 на 70. Мне бы 50 на 70 было бы нормально, потому что у нас подушки 50 на 70. Ну, не важно. Можно будет ушить наволочку, переделать. Ой, сейчас я вам покажу. Вот это простынь. Ну, тут вообще классная. Постельная. Мне нравится, что оно белое и вот в таких цветных тонах. Вот зеленое, желтое, оранжевое. Ну, такое вот. Класс. Все динозавры, все тут собраны. Сейчас я наволочку вам открою, покажу. Классная постельная. Тёма вообще рад. Он тут от счастья, от радости прыгал, да, Тём? Когда увидел это постельное свое. Ой, как бы перевернуть. И ты такое хочешь? Да. Ну, в следующий раз и тебе закажу. Будет денежка, закажу. От радости, да, вот такая вот наволочка. Ну, красивая, большая, конечно. Наволочка 70 на 70. Убери ножку, Илюш. Ну, постельная класс. И качество мне нравится, и вообще суперское такое, классное. Сегодня сейчас постираю его сразу, и сегодня мы его оденем, да, Артём? Да, и я одену. Ну, а сейчас, ребята, покажу вам примерку детскую. Сейчас я одену детей и покажу вам одежду на детях. Так, ну вот он наш первый костюмчик мы одели. Да, Тём? Тебе нравится? Ой, не выспался. Вот такая вот машина. Повернись. Размер на 7 лет. Как раз. Да, Тём? Угу. Поворачивайся. Все, снимаем, одеваем другой. Угу. Так, вот он наш второй костюмчик. Тоже хорошо сел. Красивый, поворачивайся, Тём. На 7 лет, да, Тём? Что, угу. Класс? Так, ну здесь у нас футболка на 8 лет, шорты на 7. Но шорты немножко длинноваты, как бриджи, но это ничего страшного, как раз еще на следующий год будет. Вот, подбирала как раз футболочку под такие шорты. Повернись, Тёмочка. Шорты у нас с карманами. Вообще класс. Парень. Супер, да? Да. Да, все карманы. Ага. Ну, эта футболка под эти шорты тоже неплохо смотрится, да, Тём? А ну, повернись. Тоже хорошо подходит цвет. Да, Тём? Да. Ну, эта футболка вообще супер. Ты ее ждал, да? Да. Очень ждал, да. Бабушка принесет арбуз, да. Давай теперь тебе оденем футболочку, давай. И у Илюши футболочка Поли Робокар, да? Да. Классно? Да. Тебе нравится? Да. 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 Так что, ребята, приодела я деток. Я очень-очень-очень да. рада, очень я. Довольна. И ты. Я. И ты. Я очень радуюсь, когда покупаю одежду вообще и детям, и семье. Ну, себе не всегда радуюсь. Мне больше нравится одевать детей, мужа. Для меня это самое большое счастье и большая радость, когда я одеваю своих близких. Да, Тёмочка? Да. А вот заказ девочек. Это одна девочка заказала. Вот тут вот футболочки, полотенца вафельные.
костюмчик, футболочки, кофточка. Это на дочечку свою она заказала. И кухонные полотенца взяла на пробу. И вот еще один пакет. Это сестра моя тоже взяла. Взяла себе вот такое вот полотенце. Ой, нет, стоп, полотенце в этот пакет. Это девочки. Не туда я положила. Вот полотенце сестра себе взяла. Вот такое вот. Полотенце пляжное, вафельное. Мне понравилось, в следующий раз я себе тоже такое возьму. И мальчишкам она взяла футболки. Одну Давиду и две Тимурчику. Футболочки. Вот такой вот заказик девочек, которые ко мне присоединились. Новая постель, да? Класс. Ты в эре динозавров, да? Город динозавров. А тут у тебя кто? А тут Марио с тобой. Да. Герой. Будем спать? Да. Илюша, ну ты пойдешь к себе на кровать. Мы тебе потом купим таких динозавриков, хорошо? Вот такое постельное. Да как у меня, да это маленький. Нет, надо такое же брать, потому что он на маленьком диванчике будет спать недолго. Надо уже полуторку тоже брать. Полуторку? Да! А, здесь другой паук. Ну и на этом всем пока. Я примерку делать не буду. Так что... обойдемся без моей примерки. Дети, говорите всем пока. Пока-пока. До новых встреч.